Ветераны и труженики тыла сегодня заняли первые места зрительного зала. Глава Кубани вручил им памятные медали, выпущенные специально к 75-летию Великой Победы. Защитников Отечества Вениамин Кондратьев поздравил лично, спустившись со сцены. Губернатор отметил, что мы всегда обязаны чтить память тех, кто отдал свои жизни ради Родины. Сохранить правду о победе и не дать ее переписать – наш святой долг. Когда я вручал медали, я смотрел в глаза награжденным. Им уже не сказать, что много лет, но немало точно. И все они сказали фразу «служу своему Отечеству». Давайте просто будем их достойны, чтобы до последнего вздоха служить своему Отечеству, своей Родине служить. Она нуждается в нас, в защитниках, потому что других защитников у страны нет. И у Кубани нет. Давайте помнить то, что в нас их гены и их кровь. В нас. И мы на самом деле потомки этого великого поколения. И мы не можем быть хуже. Мы не можем посрамить их. Давайте оставаться единым, мощным народом. Понимать, что это незримая нить потомков народа-победителя, народа-освободителя, она нас всех связывает, всех. Не дай Бог нам эту нить разорвать. Губернатор поблагодарил всех, кто выбрал своей профессии защиту Родины. По его словам, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне День защитника Отечества обретает особый смысл. Официальная часть продолжилась большим праздничным концертом.